Кортеж премьер-министра Армении Никола Пашиняна сбил насмерть беременную девушку. Трагедия произошла в Ереване на пересечении центральных улиц. Пострадавшая была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, без сознания. Медики не смогли спасти жизнь девушки и ее ребенка. В интервью армянским СМИ близкие потерпевшие заявили, что их проинформировали о гибели родственницы лишь спустя несколько часов после происшествия. Она должна была родить первенца в июне. За рулем машины находился командир офицерского взвода дорожной полиции Армении. Он скрылся с места инцидента, но вскоре был задержан. По словам очевидцев, ни одна из машин кортежа премьер-министра не остановилась после ДТП. Я услышал звук столкновения и сразу побежал к месту происшествия. Беременная женщина беспомощно лежала на асфальте. Никто из водителей ей не помог. Это точно были машины, сопровождающие Никола Пашиняна. Пока скорая ехала, я успел собрать вещи этой женщины. Они были разбросаны по всей дороге. Все передал медикам, когда они наконец-то прибыли к месту.